Уважаемые зрители, сегодня у нас в гостях Тагир Епаров, это основатель и глава компании, группы компании IT. Первый вопрос Тагиру. Расскажите вкратце, хотя у компании очень длинная история, я понимаю, что только этот вопрос там, часа на полтора, наверное, на два. Вот, ну, вкратце, как образовалась компания IT, как она развивалась, какие, может быть, можно выделить периоды развития и что она представляет сейчас? Ну, все начиналось в конце 80-х, начале 90-х. Я закончил Московский университет, физфак, аспирантуру ВМК. И это уже был 89-й год. Стало ясно, что та научная карьера, в общем, которую я строил, она фактически нереализуема. И передо мной, ну, и перед моими друзьями, в 89-м году, в университете, встал вопрос, что делать. Ну, по-разному мои друзья решали эту ситуацию. Кто-то уехал за границу. Сейчас фактически в каждой стране мира у меня есть мои однокурсники. Кто-то пошел в бизнес, кто-то остался в науке. И так получилось, что я закончил аспирантуру на ВМК, устроился работать на физфак МГУ, и случился полугодовой разрыв, потому что партком ВМК должен меня был рекомендовать, партком физфака должен был меня принимать, я не был коммунистом, вот этот полугодовой разрыв, он сыграл ключевую роль, потому что у меня была семья, ребенок, и мне нужно было что-то делать. И мои друзья, однокурсники, они в этот момент организовали кооператив, который занимался компьютерной техникой, меня пригласили техническим директором, я полгода там поработал. В общем-то, это была такая моя страсть. Компьютерная техника, я в рамках диплома и научной работы сам собрал лабораторный компьютер. Там, в общем, уже схемотехника позволяла это делать самостоятельно. Глубоко во всем этом разбирался. И за эти полгода я увидел, в общем-то, такой достаточно интересный срез деятельности, который меня заинтересовал. И получилось так, что я не вернулся в университет, потому что эти полгода они были достаточно уже активными и интересными. И мне очень не понравилась эта работа с точки зрения профессиональной. Я понял, что это неинтересно. Я решил создать собственную компанию, которая бы делала разработки, занималась программированием и использовала то знание, которое, в общем-то, у меня было, там, которое я получил в университете за 9 лет. И мы с моим университетским другом, с Игорем Красивым, в 90-м году создали компанию, которая получила первый заказ через полгода на создание банковской информационной системы. Потом мы получили заказ на автоматизацию городского отдела милиции. И вот потом начали работать с Останкиным, и вот потихоньку мы начали уже заниматься разработкой сложных информационных систем. И фактически это определило наше позиционирование. То есть мы до сих пор занимаемся созданием информационных систем для крупных заказчиков. И если 90-е годы они были в основном посвящены учетно-транзакционным системам, ERP-системам, начало 2000-х, то дальше вот, уже первое десятилетие 2000-х это для нас был больше фокус на ECM контентных задачах. Система документооборота. Это шире, чем документооборот. То сейчас, текущее десятилетие, мы называем десятилетием пост-ERP-технологий, когда добавляется BPM, да, процессная задача, когда добавляется предиктивная аналитика, искусственный интеллект, корпоративная мобильность. И вот этот набор технологий, он фактически интернет вещей, он определяет текущие
задачи, которые стоят перед компаниями, mm-hmm. то, что все называют цифровой экономикой, цифровым предприятием. Mm-hmm. Вот, это автоматизацию неких сквозных процессов. Сквозных процессов, более глубокую mm-hmm. автоматизацию производства и технологий. То есть я бы сказал, может быть, одной фразой, выход из офиса. Угу. То есть до этого выход от офисной, уход от офисной автоматизации, да, прямая интеграция с производственными системами, более глубокая производственная интеграция, сквозная автоматизация там цепочек поставок, автоматизация тех, кто не был автоматизирован. Известно, что 50% сотрудников компании не автоматизированы были, потому что полевые рабочие сотрудники, да. рабочие, угу. там сервис, это все были люди, которые находились вне автоматизации. И сейчас их вовлекают уже в поле единых процессов. Автоматизация дает большой эффект. И, конечно, речь идет о достаточно серьезном тренде, когда создаются процессы, становится ясно, что часть исполнительных узлов этих процессов можно роботизировать. Да, и вообще убрать. То есть следующий этап — это роботизация. То есть перейти от роли информационных систем именно как информационных, то есть информационной поддержки принятия решений. Как поддерживающих людей, да. К собственно исполнительным системам. Даже на уровне бизнес-процессов, не только на уровне АСУТП, но и на уровне бизнес-процессов. Именно об этом идет речь. И всем известные примеры с юристами, та же история там возникает сейчас бухгалтерия, с бухгалтерами и бизнес-функциями. Потому что в этих же позициях либо можно алгоритмически описать, изменить алгоритмическим роботом сотрудника. То есть роль человека меняется либо с исполнителя на некого архитектора, который создает алгоритм. Ну, не только, потому что если говорить об обучаемых роботах, то они алгоритм меняют. Там все равно остается часть ситуации, когда робот не может с высокой вероятностью принять решение, он его передает наверх. Да. То есть, грубо говоря, 20-30% высококвалифицированных специалистов они должны оставаться в процессе. Но тем не менее, 70%. Но 70-80 они начинает работать более эффективно, более качественно, перестает болеть, ошибаться и так далее, и так далее, и так далее. И ценность для бизнеса вроде как. Да, конечно. И могу сказать, что в банковском секторе, по крайней мере, такие предварительные оценки говорят о том, что можно достигать повышения эффективности выработки на человека до 3 раз. Путем глубокой технологизации банка. То есть та самая производительность труда, которая у нас, по оценкам McKinsey, допустим, находится ниже США примерно в 4 раза. То есть за счет вот таких проектов, за счет таких возможностей можно более-менее уравнять и даже там и даже обгонять, потому что здесь я считаю, что вопрос в том, насколько серьезно руководители готовы менять бизнес-модель и бизнес-процессы и в целом повышать эффективность. Потому что наши первые же примеры показали, что как только начинается такая серьезная замена сотрудников на роботов, они начинают останавливаться, потому что возникает социальная проблема. Да. Это один из аспектов такой современной истории цифровой экономики. Многие профессии, многие функции можно роботизировать. Как это сделать так, чтобы еще и сохранить, переобучить этих сотрудников в рамках компании, переобучая и направляя их на новые задачи, либо каким-то образом выстраивая взаимодействие в целом с экономикой так, чтобы эти люди
все-таки сохраняли. Ну, фактически, работу. Вот сейчас речь идет о, собственно, переизобретении, даже не только IT-решений, да, полном переизобретении, а про переизобретение бизнес-процессов. Да? Бизнес-производство. Потому что цифровые процессы — это другие процессы. Очевидно. Речь идет о новых возможностях оптимизации. Совершенно гораздо более глубоких. Я просто поясню зрителям, да, когда в 2000-е годы я тоже занимался вопросом внедрения ERP, там, допустим, хорошим показателем считалось, скажем, снижение запасов на складах на 5%. На 5%. Сейчас мы говорим о том, что есть возможность повысить производительность труда в 3-4 раза. Очевидно, что это касается не всех секторов. Я специально сказал про банки, как бизнес, связанный с массовым обслуживанием. Вот в массовом обслуживании, конечно, показатели будут наиболее яркими, с одной стороны. С другой стороны, в производственных компаниях тоже можно находить очень интересные возможности для оптимизации. Очень глубокая оптимизация. Да, да. Ну, к примеру, вот история, связанная с предиктивной аналитикой и с обслуживанием, она показывает уже ту нишу, которая очень хорошо работает в производственных компаниях. Вот. А если говорить о вот реально той технологической революции, которая произошла в процессах, она, конечно, связана с тем, что появились платформы, которые позволяют процессы очень быстро автоматизировать. И раньше в процессном подходе был очень сильный разрыв между описанием и автоматизацией. Да. То есть фактически описанный процесс очень часто ложился на полку, а не автоматизированный, не технологический процесс, он не внедрялся. Поэтому был не внедрялся, но не так, как он был описан. Он реально не внедрялся часто. И возникал разрыв между тем, что консультанты описывали, оптимизировали, и тем, что реально работало. И плюс роль информационных систем как поддерживающих говорила о том, что совершенно не обязательно процесс, как он был описан в информационной системе, он так и происходит в реальности. Да, потому что да. Это только информационная поддержка, не более. Да, да. Когда мы переходим к роботизации, процесс, он может быть исполнен только так, как он описан. И это очень важно, потому что здесь речь идет о повторяемых операциях, и, конечно, повторяемые операции должны реализовываться так, как они наиболее оптимально описаны и структурированы. И вот появление этих платформ, оно фактически, с одной стороны, дало возможность уже приступить к такой к серьезной массовой процессной автоматизации, с другой стороны, дало возможность опустить автоматизацию в уровнях процесса ниже. Потому что когда описывали 7 уровней процессов, то автоматизировали там первые 3, например. И что это, например, дает для промышленности? Вот если вернуться к промышленности, как наверное, самому такому не автоматизируемому внизу блока экономики, то здесь можно вернуться вот к дискуссии вокруг бережливых технологий, потому что бережливые технологии в промышленности, они ориентируются на оптимизацию внизу. И именно автоматизация блокировала массовое использование бережливых технологий, потому что, оптимизация внизу возможна, но если она не технологизирована, не автоматизирована, то она не... Если она оставляет человека. Да, она не внедряется. Поэтому здесь еще возник такой интересный, на мой взгляд... То есть это опять переизобретение концепции. Но новые возможности по более, может быть, эффективному внедрению этих концепций. И это достаточно интересный, вот, на мой взгляд, поворот, который даст огромный эффект, когда этот подход начнет активно внедряться. Вот я для зрителей прокомментирую, например, даже такая промышленность тяжелая, как нефтяная промышленность, вот по оценкам IHS, переход на цифровое месторождение, которое называется Digital Oil Field of the Future, то есть еще будет следующая ступень, это не просто мониторинг состояния, а именно полностью цифровые процессы, с переходом на полностью роботизированные платформы добычи позволяет сократить операционные затраты на 70%. Угу. На 70%. Очевидно. То есть это в три раза. Очевидно. В три раза.
При том же капексе. Да-да-да. И при этом я понимаю, что стабильность, непрерывность процесса, она будет гораздо более высокой. Да, да. Потому что предсказуемость этих процессов. И предсказуемость, да. И здесь, конечно, огромный новый рынок, новый потенциал. Да. И могу честно сказать, что те же российские нефтяники очень активно сейчас инвестируют, тестируют и исследуют эти возможности. И я уверен, что здесь с учетом невысокой цены на нефть, у них есть... И растущих издержек, я просто еще прокомментирую. Да, есть большой интерес. За последние годы себестоимость добычи, то, что лифт называется, в России выросла на 70%. При этом в США себестоимость добычи упала. Вот этих сложных, упала. Да, сложных месторождений, трудноизвлекаемых, снизилась на 30-40%. При этом, да, у нас всегда был запас. Да. Но сейчас он исчезает. Который мы начинаем терять. Да. И его можно вернуть. Месторождения только... стареют. Да. Ну, месторождения стареют, они становятся все более и более северными. На самом деле, там еще одна проблема, это то, что инфраструктуры транспортной уже нет. И именно поэтому технологизированность, она является одним из факторов. Переход на полную цифровизацию, это необитаемые платформы добычи, совершенно автономизацию. Ну вот тренды они совершенно понятны, и мы сейчас активно фокусируемся на развитии и собственных решений, и использовании лучших технологий, и создании таких подходов нового поколения, которые интересны крупным заказчикам. Вот, да, в этой связи я хотел бы отметить, да, правильно ли я понимаю, что добавленная стоимость, которую создает российская компания вот в таких решениях, она существенно выше, чем в классических решениях, когда там есть поставка аппаратных средств, перепродажа лицензии, ну, какой-то консалтинг по внедрению относительно несложный. Да, да, знаете, вот... Эти решения гораздо сложнее. Да, да, эти решения сложнее, и я бы сказал, увеличивается доля российского и российской добавленной стоимости. Да. И добавленной стоимости в виде и технологий платформ, и доработок. То есть, архитектуры бизнес-процессов. Мы все больше и больше получаем проектов, где нам не говорят, мы купили какие-то очень дорогие лицензии, вы их должны настроить и внедрить. Нам все чаще говорят, мы не хотим покупать эти дорогие лицензии. Давайте сделаем на платформах либо российских, либо open-source, либо на таком композитном стеке более оптимальное решение. И у нас появляется будем зависеть от одного. Конечно, да. И у нас появляется гораздо больше возможностей для собственного вклада. И этот тренд очень важен. То есть, существенно увеличивает добавленную стоимость, которую создают российские системные. Да. И позволяет нам создать уже технологии, которые мы начинаем экспортировать тоже. То есть я считаю, что сейчас тренд, который связан с большим интересом к российским разработкам, к open-source технологиям и уже к формированию решений не от глобальных вендоров, а которые можно... От бизнес-потребностей. Да, от бизнес-потребностей, более быстрых, более гибких. Он, с одной стороны, дает возможность роста на локальном рынке, на российском рынке. С другой стороны... За счет переизобретения всего. Да. С другой стороны, многие технологии мы можем экспортировать. И у нас есть хорошие примеры, когда мы наши технологии уже продаем вне России. И это тоже очень важная часть сейчас нашей стратегии развития и продаж на международных рынках. Тагир, а вот хотел спросить, вот такое изменение, такое коренное изменение, оно уже требует, разумеется, и изменения компетенции внутри вашей компании. Да? И в связи с этим вопрос, не секрет, что российские IT-компании в основном развиваются на собственные средства. Да? Понятно, что когда есть вот такая точка бифуркации, когда надо за очень короткое время перестроиться, она, вероятно, требует привлечения
каких-то внешних источников финансирования. Вот насколько это справедливо? Ну, на самом деле, это такая, наверное, более глубокая дискуссия. Она связана с тем, что у российского ИТ-рынка есть огромный потенциал, есть большие достижения, но и есть системные ограничения. Системные ограничения в том, что рынок в целом не капитализирован. И с одной стороны... То есть нет публичных оценок? Нет стоимости. Что опять же связано с тем, что в России превалирует сейчас до сих пор перепродажи просто. Ну, перепродажи, софта, да. И, с минимальной добавленной стоимостью. И в целом стоимость компании, она привязана скорее либо к сырьевым, либо таким публичным сервисам. А, либо к сырьевым бизнесу, либо к публичным сервисам. А здесь... гораздо более сложная оценка, потому что она привязывается уже к интеллектуальной собственности, к продуктам. Да. И так получилось, что российские ИТ-компании, даже имея достаточно большой масштаб, сегодня не имеют стоимости. Это является серьезным ограничением, потому что во всем мире стоимость компании она позволяет формировать и доступ к капиталу. Да. И зачастую компании, не имеющие стоимости, ну, выручки, да, компании, не имеющие почти выручки, зачастую стоят очень много. Да, да. И, имея некую интеллектуальную собственность, которая хорошо ценится. И имея, например, перспективу масштабирования и развития. И рынок дает эту оценку и фактически финансирует это развитие. Понятные перспективы. Да, да. И эти мечты реализуются. В нашей, конечно, ситуации финансирование долгосрочных проектов гораздо сложнее, потому что это приходится делать либо из операционных денег, да, из прибыли, собственно, либо речь идет о банковском финансировании, которое очень дорогое, и короткое, да, потому что создание технологии, ну, по нашему опыту, это не менее 5-летнего цикла. А есть направления, где перспективы еще более отдаленные. Поэтому фактически вот я вижу некапитализированность ИТ-рынка как системный барьер, который сильно будет влиять и на реализацию планов по цифровой экономике, потому что наши заказчики говорят, что мы должны принести определенные технологии, которые требуют серьезных инвестиций. Причем создание новых компетенций. Да, создание новых компетенций, новых продуктов. И, конечно, это вызов. Это серьезный вызов, который, я считаю, сейчас будет системно решаться, потому что есть перспектива и выхода на московскую биржу, так же, как в европейских странах есть сильные национальные технологические площадки на биржах в Польше, в Германии. И, на мой взгляд, в России сейчас наступает момент, когда, по моим оценкам, десяток компаний начали подготовку, и в ближайшие 2-3 года они будут выходить на биржу. Это очень важно, чтобы вышли там не одна-две компании, а с десяток, потому что нужно создать доверие к индустрии. Потому что истории индустрии по созданию стоимости нет, да, доверия нет. И многие даже не понимают, что индустрия на самом деле зрелая, большая, и в ней есть серьезные игроки, которые имеют стратегию, имеют продукты, технологии и имеют перспективу. И вот это, на мой взгляд, очень важный момент, который сегодня требует активного развития и поддержки на российском ИТ-рынке. Мне кажется, еще важный момент, который инвесторы должны понимать, это то, что когда мы говорим о трансформации, это ситуация, когда есть как бы две ножки у стула. Одна очень большая, другая очень маленькая. Да? Очень большая — это существующий вот этот стагнирующий IT-рынок, который построен в основном на перепродажах железа и софта. Да, он большой по объему, но он создает минимальную добавленную стоимость, он не создает перспектив, да, с одной стороны. И выручки любой крупной IT-компании, эта выручка там составляет, ну, не знаю, там 90%. Да? И при этом есть очень маленький сегмент,
но который очень перспективен, который быстро растет, но он обладает очень высокой добавленной стоимостью. Не такой маленький. На самом деле, я считаю, что как раз это одна из важных составляющих вот такого повышения зрелости и выхода на капитуляцию – это создание, может быть, более прозрачного анализа, аналитики рынка, потому что во-первых, есть большой сектор экспортеров. Там, по разным методикам, от 7 там, до 4 миллиардов долларов. Да. Есть большой сектор разработчиков, которые разрабатывают на российском рынке, продукт для российского рынка. И есть успехи компаний, которые смогли сделать продукты не только для России, и для международного бизнеса. И, в принципе, вот та часть сектора, которая связана с собственными глобальным технологиями и глобальным рынком, да, и глобальным рынком, она достаточно большая, просто она может быть вот в этом айсберге не видна, да, то есть многие компании не пиарятся, себя не рекламируют, потому что им это и не надо, но они часть общей экосистемы, общего рынка. И мне кажется, что сейчас очень важно рынок показывать более структурно и более глубоко, да, структурированно и более глубоко, потому что фактически у людей, которые глубоко не погружены в рынок, у них нет понимания. Тем более у инвесторов. Да, да, как рынок структурирован, и как компании развиваются, и как определенные сектора развиваются. Поэтому, с одной стороны, у нас есть на слуху большие интернет-компании, Яндекс, Mail, и это очень большой успех, что у нас есть такого уровня игроки. Но вокруг, все знают 1С, но многие компании, они не так подсвечены, но при этом они имеют серьезные и перспективы, и вполне серьезный масштаб. Я оцениваю, что там порядка десятка софтовых компаний имеют оборот больше 5 миллиардов рублей в России, на российском рынке, на своих продуктах и сервисах. Ну, вполне, на мой взгляд, интересный такой сектор, который при определенной стратегии консолидации и капитализации может сильно укрупниться, потому что одна из проблем рынка, он сильно фрагментирован. И за этими компаниями еще там 50 компаний с оборотом под миллиард рублей или миллиард плюс-минус. Да, ну, сотни миллионов. Скажем. Да, да, да. Нет, ну вот я думаю, несколько десятков имеет оборот больше миллиарда, там меньше 5. И там уже на уровне сотни миллионов еще сотни компаний. И это еще историка консолидации. Потому что, конечно, чтобы конкурировать и иметь конкурентный стек решений, потому что очень часто заказчику нужен стек решений. Мы приходим с какой-то одной технологией, а он говорит о том, чтобы решение было более комплексным. И в этот момент, конечно, критично и создание этих стеков, консолидация и представление решений, которые конкурентны по отношению к решениям вот, глобальных игроков. Игорь, а вот, наверное, последние два вопроса. Первый такой предпоследний вопрос – это вот если говорить о стратегиях, да, которые, ну, скажем так, были бы понятны инвесторам, да, можете сформулировать, ну, буквально, я не знаю, в нескольких предложениях, вот в чем заключается стратегия IT сейчас в связи с вот этой вот трансформацией, глубокой трансформацией рынка и спроса? Ну, мы видим несколько составляющих своей стратегии. Первая составляющая, она связана с тем, что мы остаемся и планируем быть компанией, которая разрабатывает собственные технологии. И для нас очень важно иметь собственные продукты. Мы их сейчас видим как раз в тех задачах, которые будут создавать новые растущие сектора, даже если сейчас они не имеют такой большой объем. Ну, к примеру, у нас есть платформа по искусственному интеллекту и машинному обучению. И этот рынок еще не такой большой, но мы считаем его очень перспективным и
он будет расти лет там, через 5. Да, нет, ну, лет через 5 он уже будет достаточно большим, да. И та же самая история с процессами. Это сильно растущий рынок. Корпоративная мобильность, интернет вещей. Вот, в этих направлениях мы инвестируем и создаем собственные технологии. И мы считаем, что мы таким образом формируем стратегию роста на годы вперед, выводя те технологии, которые будут расти в перспективе, да, в перспективе много год. То есть у нас есть стратегия роста. Она связана с технологиями. Вы делаете ставку именно на, вот, на то, что сейчас еще маленькое, да, такая, да, да, то, да, что... Да, да, именно так. То есть мы считаем, что у нас есть понимание, какие сектора будут расти, в какой последовательности, и мы выстраиваем свою картину именно в таком ракурсе, что у нас все время, кроме существующих больших зрелых бизнесов, должны быть бизнесы на следующий этап, потому что существующие большие бизнесы, они будут переживать свои циклы. И нам нужно к этим циклам добавлять, к их циклам добавлять технологии роста. Да. Второе, что очень важно, мы считаем, что у нас должна быть более широкая география бизнеса. И мы считаем, российский рынок, да, 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 он относительно маленький, нужно понимать размеры российской экономики. И, конечно, диверсификация географическая, она тоже критична для того, чтобы инвесторы понимали, насколько компания... Потому что если вы разрабатываете технологию и попытаетесь ее монетизировать только за счет одного очень небольшого рынка, а другой игрок будет монетизировать на всей планете, понятно, что вы абсолютно понятно, не да, равных условиях. Конечно, находитесь. Мы не равных условиях. И плюс мы в прямой зависимости от циклов экономики России. В нашей стране. Да. И, конечно, здесь нужно увеличить масштаб и выравнивать эти циклы. Таким образом, у нас есть понимание, как расти в России, у нас есть понимание, как стабилизировать в целом бизнес с точки зрения циклов, которые есть в экономике России. И вот такое понимание, на мой взгляд, оно будет интересно инвесторам. Потому что мы фактически имеем план, который понятен и с точки зрения технологий, рынков и роста. И, наверное, последний вопрос. Не могу не спросить. Значит, программа «Цифровая экономика». Там заявлены очень амбициозные цели. Это создание не менее 10 национальных лидеров-разработчиков, не менее 10 платформ, включая там платформы интернета, вещей и так далее. А вы себя как-то видите в этой задаче? Ну, знаете, очень важный вопрос, потому что, на мой взгляд, эта программа, она способна очень сильно рынок подтолкнуть. И во всей этой программе мы видим, с одной стороны, риски в том, что она выглядит местами нерыночной. То есть здесь мы видим, что многие компоненты программы, они структурируются как компоненты, которые будут реализовываться госкорпорациями, определенными структурами, и я считаю, что нерыночность этой программы является большим риском в целом для индустрии, потому что успех индустрии, он был связан с тем, что она была рыночной, да. С самого начала она была конкурентной. И при этом для нас, конечно, это в любом случае шанс, и мы хотим в этой программе работать как поставщики технологий. И мы считаем, что этот шанс, он вполне реализуемый. То есть в любом случае для цифровой экономики нужны будут российские разработчики и технологии. Я не верю, что большие корпорации смогут их создать на рыночном уровне. И я уверен, что возникнет определенная модель кооперации и определенные такие уровни кооперации. И наша позиция, она совершенно технологическая. То есть мы хотим быть поставщиком технологий.
очевидно, что есть совершенно другого уровня задачи, которые решаются в рамках этой программы. И мы, как технологический провайдер, видим себя именно на уровне разработчиков платформ, конкретных технологий, компонентов более широких решений. И здесь мне более или менее понятно, как мы себя должны позиционировать, как мы себя должны вести, где мы должны участвовать. Но здесь возникает проблема, что если, ну, грубо говоря, ты являешься производителем колес для автомобиля, но автомобили не существуют, то получается, что твои колеса никому... Ну, на самом деле, здесь мы этот риск минимизируем для себя тем, что мы активно работаем с потребителями вне этой программы. То есть мы отрабатываем полное решение с другими поставщиками и делаем эту машину уже там, для кого-то. Вот я вот, кажется, важный момент. Мы не делаем... Что здесь можно не дождаться. Да. Пока нет, мы не делаем ставку... Да, мы не делаем ставку на эту программу, как на программу, которая решит наши проблемы сбыт, наши проблемы работы с заказчиками. Мы это делаем совершенно естественным образом каждый день. И мы хотим прийти с готовыми отработанными решениями. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что сейчас та история, которая формируется, в ней будет много разного рода лоббизма, администрирования и так далее, и так далее. И я надеюсь, что когда наступит этап реальных действий, проектов и дел, то тогда мы будем более востребованы. Ну, на этой высокой ноте большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо.